Как сообщили сотрудники ДВД, новая линия электропередачи, которая тянется от Лисаковска в сторону Актобе через несколько районов области, в 2014 году частично была сдана в эксплуатацию. Полностью подключить ее планировалось в 2018 году, но в октябре-ноябре этого года с линии вдоль железной дороги было похищено 50 километров провода. Для раскрытия преступления была создана специальная группа, которой в итоге установлены и задержаны 8 подозреваемых, жителей Кустанайской области, в возрасте от 20 до 45 лет. У скупщиков изъято более 9 тонн проводов.